Так. Молодец, спас. Ну а чё я тебе не угодил, а? Ах ты тварь. Ну, я вам отвечаю, что это не выход. Strength up. My children. I want... Beatrice, we have been through... Блин, открытое пространство. Обожаю, блин, зашибись. Так. Так, 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 здесь... Ничего. Так, а нам... Нам туда, да? Кстати, на пистолет у нас... Да, по нулям. Значит, сюда сначала. А, он тут закрыто. Ну, все ясно. Теперь, значит, точно сюда. Ага. Эпизод, что ли, какой-то прошли? Эпизод пройден. Ну, конечно, сохраним. Заменим ячеечку. И давайте следующий посмотрим, что там у нас. Безрежь ловушки может получать их детали. Ну, это мы знаем. Не раз проходили. Она вниз, да? Давайте посмотрим, что там. Патронов нет вообще! Это просто капец. Как? Почему? Почему нет патронов? Чуть как-то низковато, да? Эх. Почему нам не дают патроны? Либо их дают, но я... Рубен? Я... Does he mean Rubik? Numbers are irrelevant. They received, as they themselves gave. And they served a higher purpose. Furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin? These microbes? They're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my. Записка из подвала особняка. У меня отняли детей. Может, это судьба? Может, что-то натворили? Нет. Только же мой идеальный сын. Все из-за того пожара. Он все погубил. Все отнял. Мои дети уже не те. И Эрнест тоже. Вот так вот. А что это внизу? Так. Так, стоп. Нам дали патрон на пистолет. Или нет, нам не давали. Нет, нам не дали. Не дали нам ни хрена. Ничего нет тут. Тут есть патроны, я смотрю, да? Так, а что это тут такое? Ловушки, что ли, какие-то? Так. Ой! Реально ловушка. Чё, детали даже не дают? Ну, они вообще уже офигели. Блин, мне... Так. Опа, вот так вот, одним ударчиком. Сейчас насобираем, пойдем назад, закупимся там.
Болтов до хрена просто, похоже. Так. Не бесишь. Куда идти? В какую дверь именно? Закрыто все. Так. Еще ни хрена не видно. Контрольная. Йо, смотри, чувак там какой-то. Зомбарь. Давай, давай, давай. Самое главное, чтобы... Да ладно, не может быть, чтобы он меня заметил. Да и не должен заметить. Ах ты! Ах ты, тварь! Перелез. Я думаю, он постоит, сейчас обратно перелезет, да? Так. Да где ж ты, блин? Что-то обезвредить, что ли, можно было? Вот так вот просто мы с ним поступили. Факел. Так, а вот с этим надо поосторожней. Блин, на грани вообще там чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Так, а вот тут что-то еще можно было, да? Или нет? Твою дивизию. Ходит за скриптом, что ли? Кто палит? Да кто палит, я не понимаю. Да откуда, ёп? Не понимаю, откуда палят? Сверху, что ли? А, вон, наверное. Или нет? Да ёп, я не понимаю, откуда палит. Палит, палит. Паливо. Эх. Может, отсюда увидим? Иди, иди. Ах ты. Да стоп. Да блин. Какого? Какого хрен происходит? У него этот... Что-то я тупанул, да. Капец, что-то замешкался. Не понял, что произошло даже. Так, тут ловушка где-то. Еще что ли кто-то есть? Так, это максимум. Напряженные ловушки эти. Так, портативный аккумулятор. Ясно все. Что тут можно было взять? А, бутылку, наверное. Ну давай, выходи, кто тут меня засек или что? Так, тут я все собрал. Да.
Эх, смотрим у нас, что тут. Угу. Сядь, блин. Все ясно. Все отлично. Теперь куда-то нам надо аккумулятор где-то что-то применить, да? Давай, давай, иди сюда. А куда тут идти-то? Ах ты! Ах ты, тварь. Ха! Шикарненько. Так, здесь я был. Так, осторожненько. Сейчас самое главное. Да ёб. Блин, ты чё так пригинаешься-то? Офигел, что ли, вообще? Тут ещё палит. Перелезать, что ли, надо? Походу, да. О! Ладно. Неплохо. Даже больше, чем неплохо. Ах ты! Давай, иди. По очереди. Так. Одну детальку. Ой-ё! Чуть-чуть там. Где шприц-то тут был где-то? Вот он. Отлично. Да я знаю, знаю, что ты пиликаешь-то. Мастерство нужно, чтобы ловушечки-то обезвреживать, да? О, аккумулятор. Угу. Сейчас попробуем. Не, нельзя. Не будем рисковать, да? Закрыто. Закрыто. Здесь у нас фрагментик. С этим мы уже знакомы. И... Ну, вниз, да? Еще вниз. Йоу. Чуть там было. Так.